Всем привет! Дядь Юра дает прогноз на матч 27-го тура Ла Лиги «Сельта-Атлетик». Встречаются 8-я и 10-я команды текущего сезона. Очные матчи. В последних 10 очных матчах команды 7 раз играли на обе забьют, да и 6 раз на тотал больше. «Атлетик» не побеждал «Сельту» в последних 3 очных матчах. Последние 3 очные матча этих команд были низовыми. Статистика команд. «Сельта» пропускала в последних 5 матчах. Сельта не проигрывает в последних 3 домашних матчах и все их отыграла на обе забьют «да». Атлетик последние 5 матчей отыграл на обе забьют «да». Атлетик 6 из последних 10 матчей отыграл на 1-1. В минувшем туре Сельта выиграла 4-3 у Уэски. Команды устроили настоящее голевое шоу, едва ли не каждый удар по воротам залетал в цель. Чуть больше били гости, потому и выиграли. Атлетик на выходных выиграл 2-1 у Гранады. Хозяева забили в самом дебюте матча и в самом его конце. Для Гранады было обидно проиграть ничейный матч. Силва потащил пенальти, но пропустил гол на 90+1 минуте матча в ближний угол. В среду Атлетик играл с Атлетико и проиграл 1-2, ведя по ходу матча. Очный матч первого круга выиграла Сельта 2-0. Сейчас Бильбао находится в неплохой форме. Выиграл Суперкубок Испании, вышел в финал Кубка Испании, где снова будет играть с Барселоной. Однако в очных матчах с Сельтой в последних матчах Бильбао играет неудачно. Хотя в период с 16 по 19 годы Атлетик выиграл 5 матчей у Сельты. Команды редко в последнее время играют между собой в ничью, но это не значит, что ее не может быть. Как раз наоборот, здесь многое говорит в пользу очередных 1-1. Атлетик после Нового года облюбовал этот счет и едва ли не каждую вторую игру выдает на 1-1. При том, что до Нового года Бильбао практически не играл в ничью. Однако фишкой Бильбао, конечно же, сейчас является обе забьют «да». Сельта также последние 3 домашние матча отыграла на обе забьют «да». 3 последних очных матча Сельты и Атлетика были низовыми. В принципе, это длинная серия для этих команд, которая чуть больше сейчас тяготеет к забивным играм. Поэтому тут, если не тотал больше, то обе забьют «да» должно бы пройти. По ходу гости не должны бы этот матч проиграть. Ничья была бы в самый раз. Из связки ставок тотал больше обе забьют «да». Х2 самый высокий коэффициент стоит на тотал больше 2.10, на обе забьют «да» 1.76, на Х2 1.49. Ставит на Х2 за 1.49 точно не имеет резона. Сельта, в принципе, может запросто выиграть этот матч. Вига дома выступает хорошо, чего не скажешь о выездных матчах Бильбао. Тут, если играть на результат, то надо ставить на ничью. Там есть хотя бы ради чего рисковать. Коэффициент 3.25 очень даже хороший. Вариант с тотал больше тоже под вопросом. А вот обе забьют «да» можно признать достаточно реальной ставкой на этот матч, поскольку эта ставка очень нравится Бильбао. Однако у вас может быть иное мнение на этот счет. На этом все. Дядь Юра верит, что у вас все получится. Всем оптимизма и удачи. Будьте здоровы.